Пермские авиадвигатели сегодня собираются без импортных комплектующих. Компания «Авиадвигатель» является главным разработчиком двигателей для самолетов типа МС-21. А вот в сборке газоперекачивающих установок пермякам поможет ульяновская корпорация «Промтех». Об этом стороны договорились во время бизнес-визита ульяновцев в Пермь. Достигнуты договоренности по расширению объемов поставок деталей сборочных единиц с «Авиадвигателем» на такие изделия, как ПД-14, ПД-35 и газоперекачивающих установок в рамках работы авиадвигателя с «Газпромом». С Пермским краем уже 30 лет работает ульяновская инжиниринговая компания «Халтек». Сотрудничали с рядом заводов, поставляли режущие инструменты и станки японского и отечественного производства. Но сейчас мы нашли замену японским станкам. Европейские станки, которые открыли свое производство в Китае, японские станкостроители тоже в Китае. Мы готовы сегодня предложить и авиадвигателю Пермскому моторному заводу «Редуктор». Мы готовы участвовать в техническом перевооружении заводов со значительным повышением производительности. Сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах договорились и главы регионов. Алексей Русских и Дмитрий Махонин поставили свои подписи в документе о сотрудничестве. Особое внимание предполагается уделить развитию промышленной кооперации. Наши промышленники имеют что предложить, значит, двигатель строительному предприятию. Наметили несколько направлений, это и по режущему инструменту, и по механообработке, по поставкам электрических жгутов и трубопроводов. Перспективные направления для сторон – авиационная промышленность, машиностроение, создание логистических оптово-распределительных центров, изготовление стройматериалов. Пермские коллеги заинтересованы в опыте ульяновцев по созданию особых экономических зон. Мы точно заинтересованы в совместном сотрудничестве, прежде всего в промышленности, да и в культурной, да и в спортивной сфере. И наши регионы имеют огромный потенциал. Мы обязательно съездим также с нашими промышленными предприятиями в Ульяновскую область. Алексей Русских пригласил пермских коллег посетить Ульяновскую область и рассмотреть возможность принять участие в логистическом проекте по доставке оборудования и сырья прямым регулярным контейнерным поездом из Китая. Анна Тищенко, Улправда ТВ.